общем, скажу вам без лукавства, мы с вами вечные души. Душа находится, она маленькая, в области сердца, вот здесь находится. Я сейчас покажу, где я нахожусь. Вот здесь. Это не моя душа, это я там нахожусь. Вот я, который становится Олег Геннадьевичем, когда попадает в материальное тело. Вот если бы я попал в другое тело, то я бы по-другому выглядел, но чувствовал себя тем же самым. То есть я это тот, который будет всегда тем же самым себя чувствовать и в маленьком теле, и в большом теле, и взрослом, и старом, и в следующем теле. Всегда я буду чувствовать себя тем же самым. Это душа называется. Запомнили? Душа это, которая чувствует всегда себя тем же самым вечно. Просто в разных телах. Когда вы спите ночью, смотрите такую, интересно так все, переживаете, потом просыпаетесь, вспоминаете, думаете, что такое, я такого не помню, что со мной было. Поднимите руку, кого такое было. Это вы видели в прошлой жизни все. Это с вами было, но не в этой жизни, а вы уже не помните. Итак, я душа. У души есть сознание. Сознание, оно пропитывает и психическое тело. У нас есть психическое тело, мы его не видим, но чувствуем. Вот, допустим, вы смотрите на человека, думаете, хороший человек, это психическое тело, не физическое. Понятно? Вот хороший человек, это психическое тело. И плохой человек, это тоже психическое тело. Это не физическое тело. У нас есть физическое тело. Это вот то, что я вот сижу, это физическое тело. Есть психическое тело, это то, что мы чувствуем, какой человек, это психическое тело. И есть душа, это то, как мы себя чувствуем всегда. Вот у души есть сознание, оно пропитывает все тела остальные. Вот психическое тело и физическое, душа пропитывает своим сознанием. Вот то, что мы как бы говорим, я что-то бледный вид такой. Это означает сознание, энергия сознания слабее действует по каким-то причинам. Энергия сознания души питается природой. Тело питается химическими элементами, белки, жиры, углеводы, витамины. Сознание, энергия сознания или психическое тело питается энергией природы. Вот меня сегодня водитель говорит, давай мы тебя довезем. Я говорю, нет, мы пойдем пешком. Мы 35 минут с Максимом шли пешком. Зачем? Чтобы питаться энергией природы, иначе у меня нет энергии читать лекцию. Я должен зарядиться сначала, чтобы отдавать. Я радостно шел на лекцию. Чтобы заряжаться, надо быть радостным. Если человек не радостный, он не может ничего отдавать. И радость означает, что ты получаешь энергию, отдаешь энергию. Если человек в пессимизме находится, он, у него блокируется вход энергии и выход энергии. Вот, поэтому нужно быть радостным всегда. Это очень важно. Энергия сознания действует через психические слои в психическом теле. Ну, потому что очень много всяких видов деятельности, и поэтому нужно как-то все разделять. Но психическое тело, оно имеет каналы разные, еще слои, как у матрешки. Вот у матрешки есть куколки, да? У нас всего 5 матрешек. Вот самая наружная, это большая матрешка, в ней еще 4. Вот у нас 5 психических слоев в психическом теле. И самый наружный психический слой, он отвечает за взаимодействие с этим миром. Если там блоки есть, блоки это означает вот эти 3 вида энергии сознания, энергия вечности у души есть, энергия вечности, энергия знания, это энергия, знание это энергия. То есть, допустим, человек говорит, у меня нет знания, это значит, что энергия не движется. Когда у человека энергия движется, он познает, постигает, у него есть эта энергия. Энергия вечности означает желание жить. Человек хочет жить.
Бывает, человек не хочет жить. Вот, вот если, допустим, человек рано вставать не хочет, он выспался, но вставать не хочет, значит, он не хочет жить. Вовремя ложиться спать не хочет жить. Обожрался на ночь, не хочет жить. Прощения просить не хочет жить. Прощать не хочет жить. Работать не хочет жить. Рожать не хочет жить. Ну, то есть, воспитывать детей не хочет жить. Когда человек не хочет жить, то психика включается на умирание. Вот человек не хочет жить, значит, тело, ну, идет на разрушение. Как это происходит? Возникают блоки психические. Если человек радостно не живет, если он не любит, по-доброму не относится никому, то значит, на саморазрушение организм настраивается. И возникают блоки психические, которые мешают энергию отдавать в тело. В результате возникают хронические заболевания. Хронические заболевания не потому возникают, что печень какая-то чокнутая, она перестала понимать, как работает. Это глупость. В организме все прекрасно знает, как работает. Это божественное устройство. Просто единственная причина всех болезней – нехватка энергии природы. Почему ее не хватает? Потому что блоки. Они мешают двигаться этой энергии. Блоки возникают от неправильного восприятия своей жизни, мира, неправильного настроения в жизни. Без улыбки, друг, гори, что бы ни происходило вокруг. Это называется желание жить. Запомнили? Если этого желания нет, блоки возникают внутри. Не хочешь жить, умирай. У Бога все просто. Итак, есть 5 психических слоев. Первый отвечает за контакт с миром. Давление атмосферное поменялось, если у тебя блок на первом слое, значит, будешь реагировать на давление атмосферное, температуру, на город, в котором ты живешь, сильно будешь реагировать на погоду, на влажность, на все. Или на что-то одно из этого. Это значит, что у тебя на первом слое блок, тебе с людьми тяжело общаться, тебе тяжело быть рядом с кем-то, тебе надо одной быть, в норке, сидеть, никуда не вылазить. Значит, на первом слое блок, у тебя нет там энергии нормальной, взаимодействия с этим миром, не хватает энергии. Нужна энергия для взаимодействия. Нет энергии, человек не может. Или с людьми не может взаимодействовать, или с климатом, или еще с чем-то. На втором слое уже начинается наша жизнь, внутренняя жизнь. Второй, первый слой – это взаимодействие, контакт. Следующий слой, следующая матрешка – это уже взаимодействие. И первая реакция на этот мир у нас называется эмоцией. Мы как бы реагируем эмоциями. Самое первое, что происходит. Еще нет мыслей, еще нет настроения, настроя, нет глубокого понимания, просто эмоции. И эмоции, когда неправильно работают, то вот этот второй слой связан с кожей, слизистыми оболочками, например, горло, бронхи, кишечник, это слизистые все. Женские влагалища, это все слизистые оболочки. Эмоции, если страдают, у женщины половые функции страдают, это от эмоций зависит. Бронхи страдают, кашель, вирусные инфекции, простуды. Кожа страдает, кожные болезни, это все эмоции. Эмоциональные блоки. Энергия знания, если страдает в эмоциях, то у человека возникают воспаления во всех этих зонах. Энергия знания, когда неправильно действует, блок энергии знания, то эмоции становятся раздражительными. Эмоционально, раздражительно все реагирует, энергия знания страдает, блок там, значит. На втором слое блок, человек эмоции плохо реагирует. В теле начинаются воспалительные процессы на слизистых, горло отекает, бронхи, кашель. Все зависит от того, куда энергия идет. Если вниз, значит, по-женски будут проблемы, или по-мужски. Вот, если вверх, значит, горло. Могут слизистый глаз, допустим, глаза могут чесаться. Кожа может страдать, кожные болезни. Все это второй слой психический. Лимфатическая система тоже второй слой. Лимфоузлы тоже второй слой. У детей
Энергия в основном не глубоко идет, поражение в организме у детей, в основном страдает второй слой. Это запоры у детей в основном, кожа страдает, аллергии, не переваривается ничего, пища не усваивается, это второй слой. Маленькие дети в основном поражение идет не глубокое в организме, на втором слое, потому что еще глубоко болезни не пошли еще. Более глубокая болезнь возникает, когда мышление становится глубоким. Ребенок в основном это эмоциональные мысли, то он... Ну, не он на эмоциях просто все. Из-за того, что эмоций много, поэтому второй слой в основном страдает психически. Третий слой — это уже мысли. Мысли. Думает человек. Вот. А на втором слое эмоции, да? Энергия знаний блокировалась, воспаления пошли. Энергия вечности блокируется. Спазмы. Слизистые становятся бледными, кожа сухая, чешется. Вот. Запоры, это энергия вечности страдает, спазмы в кишечнике, запоры. Не всасывается пища в желудке. Человек худой, у него ничего не всасывается. Это значит, что у него блокируются эмоции. Он не может смеяться. Ему все шутят, ему шутят с ним, он хочет смеяться, но не может. Потому что у него... Эмоции блокированы. Понимаете? Или если блокированы эмоции, но не полностью, он сидит, как бы, потом, уже все давно посмеялись, а он позже. Значит, у него блок энергии вечности на эмоциях страдает. Значит, у него будут запоры, плохо всасывается пища, будет худой, очевидно. Спазмы в бронхах означают бронхиты, астма может быть, эмоции страдают. Кожа может сухой быть. Если энергия счастья страдает на втором слое, то у человека эмоции пессимистичные. Он, у него отрицательные эмоции. Это значит, что будут токсины копиться в бронхах, означает слизь, горле, ангина. В желудке токсины копятся, человек эрозивный гастрит такой тяжелый развивается. Отек желудка, отечность, кишечник отекает. Аллергии всякие, это токсины уже. На коже аллергии, кожные болезни тяжелые. Псориаз, это там уже значит отрицательные эмоции. Все плохо. Все смеете, нечего смеяться. Все плохо. Вот. Дальше третий слой — это мысли. Думает человек. Если мысли раздражительные, это значит энергия знания блокируется. Третий слой связан с сосудами, мышцами, суставами. Люди чем работают сейчас? В основном, чем работают? Мыслями. Поэтому все страдают сосуды, все страдают суставы, мышечные спазмы, означает радикулит, замкнуло. Вот. Матка на третьем слое находится тоже. Мысли, если эта женщина слишком много работает, тяжелая работа мозгами, значит у нее бесплодие. Энергия вся идет в работу, в матку не идет энергии. Раздражительные мысли, да? Значит, будут воспаления в сосудах, раздражительные мысли. Или в суставах воспаление, или в мышцах, миозиты, воспаление мышечной ткани. Больно мышцы. Если мысли тугие или зацикленные, раки были большие по 5 рублей вчера, сегодня маленькие, ну по 3 рубля, ну сегодня, а вчера раки были очень большие, ну по 5 рублей, ну вчера, сегодня маленькие, ну по 3, но сегодня.
А вчера раки были по 5 рублей, вообще звери. Вот. И так дальше. И все угорали. Почему? Потому что зацикленная мысль – это блок на третьем слое. Значит, будет видеть сосудистая дистония, будут спазмы сосудов, будет в мышцах боли. Всегда энергии вечности страдают, боли возникают в организме. Болит все. Боли, голова, мигрени – это спазмы сосудов. Энергии вечности страдают. Значит, у человека мысли зациклены, ему тяжело думать. Он как бы, концентрация страдает, внимание. Ему трудно сосредоточиться. И когда мысли негативные, все плохо. Олег Геннадьевич, у нас все плохо, неправда. Я вот думаю об этом все время. Значит, будут накапливаться атеросклероз в сосудах, токсины в сосудах, будет острый хондроз, остеохондроз накапливаться, хрящевая ткань расти будет в суставах, в мышцах тоже будут токсины накапливаться, боли мышечные постоянно, негативные мысли. Четвертый слой еще глубже. На четвертом слое находится настроение или настрой. Допустим, энергия знаний там страдает, блок по энергии знаний. У человека был настрой на работу идти, потом раз, резко перестал. Настроение пропало на работу идти. Было настроение на работу, раз, пропало. Потом опять появилось. Все меняется. Означает чувствительное настроение. Отстанет меня. Пойдем в кино, пойдем. Не пойдем. Все поменялось резко. Купи яблоки, нет груши. Все меняется постоянно, настроение меняется. Не знает, куда бежать уже. Блок на четвертом слое. Какой блок? Энергии знания. Значит, чувствительность высокая в настроении. Настроение связано с органами внутренними. Щитовидная железа, поджелудочная железа, легкие, почки, печень. Все, четвертый слой, это очень серьезно. Придатки, позвоночник тоже четвертый слой, не третий, четвертый. Кости черепа, крупные суставы, плечевые, тазобедренные, все, четвертый слой. Воспаление везде, если настроение меняется, если настроение вспыльчивое, значит, начнутся спаляться какие-то зоны, связанные с органами, с внутренними. Если там энергии вечности страдают, то будут спазмы во внутренних органах, позвоночники, боли в позвоночнике. Энергии вечности страдают, значит. Настроение какое у человека, когда энергии вечности страдают? Напряженное настроение такое, всегда в напряжении находится. Человек постоянно занят, он не может расслабиться, у него нет возможности снять напряжение, постоянно напряжен, настроение у него деловое. Напряженный. Не может снять напряжение, значит, все будет в спазмах весь организм, внутренние органы. Вот и когда настроение пессимистичное, пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Настроение пессимистичное, значит, будут токсины копиться во внутренних органах, цирроз печени. Жировой гепатоз печени, там, в почках, почечная недостаточность, по-женски воспалительные процессы, копятся токсины везде, позвоночники, остеохондроз, копится все, жир. На третьем слое находится подкожный жир, а на четвертом глубокий жир. Когда у человека подкожного жира нет, он толстый, значит, у него брыжеечный жир. Это на четвертом слое такой жир копится. Жир означает токсины, означает настроение пессимистичное. И сразу жир начинает копиться. Люди спрашивают, что у меня все усваивается? У тебя ничего не усваивается. Если бы усваивалось, все в клетке бы шло. А это не полный цикл пищеварения. Жир – это не усваивается. Это у тебя блок на пищеварение идет. Потому что полный цикл пищеварения – это когда четвертый слой чистый, он отвечает за клеточное пищеварение. А когда у тебя блок на четвертом слое – пищи некуда идти, она идет в жир.
Вот, допустим, если производство остановилось, а детали производятся, все на склад. На склад, на склад, на склад, копится все уже. Складируется все. Не переварится, складируется. И пятый слой отвечает за счастье человека. Вот там находятся истинные вот эти энергии знания, счастья и вечности. Когда человек чувствует, что все помрем, все помру, скоро помру, жизнь не хочу жить, все плохо, это значит, что они на пятом слое блокируются энергии вечности. А пятый слой связан с гормонами, с нервной системой, значит, нервная система будет страдать, рассеянный склероз, это блокирование энергии вечности на пятом слое. Нервы начинают страдать, нервные ткани, не хочу жить, все плохо, не живи, значит. Энергия знания, когда блокирует человек на пятом слое, он в панику впадает, истерики. Раз, резко и теряет рассудок, перестает соображать. Значит, на пятом слое блок энергии знания. Если токсины на пятом слое, то человек находится уже в глубоком депрессивном состоянии. Вот это не хочу жить, это на самом деле на пятом слое энергия счастья блокируется. А когда энергия вечности блокируется, то у человека не желание жить, а у него пассивность, он такой. У него нет воли, силы воли нет. И так счастья в жизни нет, значит, энергия счастья блокируется, значит, пессимизм. Если силы воли нет, энергия вечности блокируется. Если человек теряет рассудок, выходит из равновесия полностью, что-то с ума сходит, значит, энергия блокируется, энергия знания на пятом слое. Все глубже пятого слоя нет. Есть три типа способа, все, потом вопросы лучше слушайте. Нет, слушайте, давай, терпите, это у вас энергия знания блокирована третьим слоем, вы не можете терпеть мысли. Мысли замкнула, я разок бегу с одним человеком, постепенно, когда человек бежит, все глубже, глубже очищается организм. И когда до третьего слоя дошло, у него энергия знания блок на третьем слое. Энергия вечности, третьим слоем блок, и мы очищаем третий слой, мы бежим до третьего слоя, дошли. И парень рядом со мной бежал, и как начал рассказывать про себя. Я говорю, замолчи. Не могу. Я говорю, у тебя блок там на энергии знания. И у него блок пошел, и он что-то рассказывает, не может остановиться. Так у вас сейчас энергия знания блокирована на третьем слое. И вы поэтому мысли как бы не можете ее остановить. Олег Геннадьевич, вопрос. Спокойствие, только спокойствие. Итак, интересно, да? Итак, движемся дальше. Есть, оказывается, способы убирать эти блоки. Но надо понять, что это способы называются аскезы. Вот когда человек не двигается, вот так стоит, то у него начинается энергия знания с самого поверхностного наружного слоя прочищаться вглубь. Вот так идет глубже, глубже, и прочищается все полностью. Вот так, представляете? Человек не двигается, и у него пошло прочищаться энергии знания. Это что происходит у него в организме? У него увеличивается долголетие. Потому что блоки — это и есть старость. Эти блоки, они приводят к хроническим болезням, и человек потом становится больным уже. Эти блоки, они ограничивают его жизнь, возможности. Сначала физические, потом психические, потом духовные. Все возможности ограничиваются, человек умирает. И человек не двигается, и у него продлевается жизнь. Представляете, как классно не двигаться. Горизонтально-то же не аскеза. Нужно аскезу совершать. Так вы все уже вечно жили. По 12 часов спишь и очищает. Нет, это надо аскезу совершать. Стоять, не двигаться, а не лежать.
Итак, экспериментально путем установлено, что если человек стоит вот так прямо, молится, то через 13 минут очищается один психический слой. Через 26 минут неподвижное положение – 2 слоя. Через 39 – 3 слоя. Через 52 минуты – 4. И через 65 минут стояния неподвижного очищаются все 5 слоев. А статическое напряжение, как я говорю, почему статическое напряжение? Потому что надо стоять. Я, чтобы вам понятнее было. Энергия знания, когда блокируется, я это называю статическое напряжение. Понятно? И когда человек стоит неподвижно или в позе алмаза сидит, в позе бабочки, в позе лотоса, то есть есть положения тела, в которых трудно находиться, они все очищают энергию знания в организме, продлевают жизнь, увеличивают терпение, способность принимать судьбу, и поэтому эти все положения тела хороши для молитвы. Когда человек в них молится, он быстрее побеждает судьбу, и еще лечит свой организм хорошо. Когда человек, допустим, как определить, где блок? Вот вы встали, допустим, время, часы засекли, смотрите по времени. 13 минут стоите, вообще нет проблем. На 20-й минуте, допустим, все затекать начало, как-то тяжело стоять. Значит, там блок. Потом на 25-й минуте раз, опять легче стало. Значит, блок прошел, вот зафиксируйте себе. 20 минут, а это второй слой, значит, энергия знания страдает на слизистых оболочках, там воспаление, значит, у вас склонность к бронхитам, там или кишечник, вот ищите, где там этот блок живет у вас в организме. А найти его можно с помощью аскезы. Вот стоите, замкнуло, тяжело стою, некоторые падают прямо. Человек стоит, стоял, на ретрите у нас завтра, увидите, кто-нибудь свалится. До блока дошел, так... И все, и там, если сильный блок, человек даже не выдерживает. У него срывает крышу, ну как бы не выдержит, а имеется в виду, сознание теряет. Сознание — это же энергия, которая сквозь эти все идет, а сознание потерял человек, потому что сильное скопление энергии произошло, перегрузка. Предохранитель сгорел. Вернее, сработал, не сгорел, человек брыка лежит. Предохранитель сработал. Вот, чтобы ни перегрузки не было. Если человек стоит неподвижно 65 минут, ну, допустим, можно на 2 слоя стоять. Значит, на 2 слоя лечиться будешь. Можно стоять 26 минут. Лучше всегда стоять на 1 слой или на 2. Вот, допустим, 13 минут умеешь стоять, в следующий раз стой на 26 пробуй. На 2 слоя психически. Очистил 2 слоя, на 3 слой. Статическое напряжение копится быстрее всего, оно копится примерно за 2-3 дня. Поэтому раз в 3 дня надо стоять вот 65 минут. Если бы вы на лекцию эту не пришли, было бы лучше. Потому что теперь вы уже не сможете нормально жить. Вы будете думать, мне надо или вот так делать, или умирать, что-то выбирать одно из них. Постепенно... Все больше можно прочищать организм. Поднимите руку, кто умеет уже на 3 слоя стоять, допустим, или в аскезе быть. Молодцы, его. А кто на 4 может уже? А кто на 5? О, какие молодцы. Видите, это значит, у вас терпение железное уже, все, железное поле. Характер энергетический, стойкий, порочных связей не имеет. Вот уже все, как бы, сильное уже. Отлично. Вот. Отличная воля, терпение. Но блоки лечатся медленно. Вот, допустим, психические болезни находятся на 5-м слое психически. И, допустим, чтобы вылечить психическое заболевание, нужно полгода делать статические упражнения для того, чтобы статический блок пробить сначала. Это полгода надо. А потом еще месяца 3-4, чтобы нервную систему пролечить. Да там правило такое, сначала блок очищается в психике, а потом уже органы начинают лечиться. Организм не будет органы лечить, пока энергия не будет ходить нормально. Ну, то есть пока пробка на дороге не пробьется, хлеб в хлебный магазин завозиться не будет, потому что машина не может проехать. А как только машина проезжает, то уже дальше хлебный магазин уже. То есть внутренние органы — это уже, ну, то, куда энергия идет. А надо сначала прочистить сами дороги, по
которым энергии нет. Это надо время на это, и это с помощью аскез делается. Теперь энергия вечности лечится с помощью длительного движения. Вы запомнили, что сначала мы лечим всегда энергию знания. Знание прежде всего, без знания ничего не будет. Потому что энергия знания, если она блоки, энергия знания перегревает организм. А перегрев страшнее всего в организме. Если, допустим, вы начали длительное движение, а статические упражнения не делали, то у вас во время длительного движения будет перегрузка. У вас пойдет очень высокий пульс, жарко, плохо станет вообще, может стать очень плохо. Это значит, что вы статическое напряжение не убрали, а начали длительное движение, вам плохо будет становиться, и вы ничего с этим не сделаете. Статическое напряжение убирается в первую очередь в организме. Сначала неподвижное положение тела культивируем, потом энергию вечности длительным движением пробиваем. Если человек средним шагом идет примерно 48 минут, то он очищает один психический слой. 4 часа, если идет, все 5 психических слоев. Допустим, статические упражнения можно делать хоть каждый день. Можно хоть каждый день по 65 минут стоять, проблем нет у организма. Но вот если, допустим, человек больше, чем на 2 слоя ходит каждый день, то может быть перегрузка уже. Поэтому, допустим, примерно так. 48 минут можно ходить каждый день. Но это неэффективно, потому что глубокие слои не чистятся, и ты чистишь только один слой поверхности. Некоторые люди говорят, я почему вот каждый день занимаюсь спортом, а все равно болею? А потому что ты не чистишь глубоко. Допустим, у тебя сосуды больные, тебе надо 2 часа 40 минут ходить, чтобы их прочистить. А ты ходишь всего по часу. Ну, значит, тогда до свидания, сосуды будут больные на всю жизнь. Ты не сможешь их вылечить. Итак, 48 минут ходишь, можно каждый день. Дальше, 96 минут можно ходить раз в 2 дня. На 3 слоя, 48 умножить на 3, можно ходить примерно 2 часа 40 минут, можно ходить раз в 3 дня. 48 умножить на 4, примерно 3 часа 20 минут, можно ходить раз в 4 дня. И 4 часа можно ходить раз в 5-6 дней, можно раз в неделю. 4 часа – это все слои. Если человек 4 часа ходит раз в 6 дней, то он продлевает свою жизнь примерно на 20 лет. Пописить можно остановиться. Но все равно уже придется чуть подольше идти. Но если человек остановился на 10 минут, то он уже все, он теряет уже возможность чистить организм. А у нас на сайте tatsunov.ru есть раздел, материалы называется, раздел такой. И когда вы туда вниз спускаетесь, там есть такой раздел «Расчет времени аскез». И там, когда вы нажимаете, три человечка, один в воде сидит, другой бежит, а третий сидит или там стоит, сидит. Нажимаете на человечка, который бежит. И берете часы, когда вы двигаетесь, и на часы показывает, сколько километров вы прошли, и засекает, сколько времени вы ходили. Вводите время и километры. И вам программа дает, сколько слоев вы прочистили. Все? Можно бежать, можно лететь, сколько, что хотите делать. То есть, чем быстрее, тем быстрее чистка. Можно ползти. Допустим, 5 часов ползли, 2 слоя прочистили. Бежали быстро, допустим, час. 5 слоев прочистить. Я, допустим, за 17 километров пробегаю. Вот если человек идет, он больше километров проходит, чтобы прочистить 5 слоев. Вот, допустим, 4 часа средний шаг, это где-то 21-22 километра человек должен пройти, чтобы 5 слоев прочистить. А я бегу 6 минут 30 секунд, километр примерно. Я прочищаю за час 50 все 5 слоев. Отстрелялся и все. Вот. Также вода очистит статическое напряжение. То, что вот неподвижное положение тела, если человек не может вообще неподвижное положение тела совершать, не может, у него настолько накопилось напряжение, что он стоит, ему плохо сразу становится. Тогда надо лежать в воде. И вода, чем холоднее, тем она быстрее чистит организм. Вот я
эксперимент провел, в Москве мы пробежались на холоде, и мы все 15 человек залезли в прорубь. А прорубь в прорубе было 2,5 градуса. И 4 минуты 20 секунд где-то нужно сидеть в проруби в этой, чтобы прочистить все 5 слоев. А если вода 28 градусов, такая комфортная, то 70 минут надо, чтобы прочистить все 5 слоев. Чувствуете разницу по времени? Быстро пробежал, прорубь посидел, отстрелялся. За 2 часа 5 слоев статику, 5 слоев динамику прочистил и, бля, на все дальше. Возможность простудиться. Кому? Вот а что значит простудиться? У вас есть статический блок. Простудиться означает воспаление, да, начинается? Воспаление — это статическое напряжение. То есть вы доходите до статического блока, в ванне лежите. У вас такое... Пошло трясти вас. И вы выходите из ванны в это время. Значит, простудитесь. А если вы блок пробиваете, вас перестало трясти, расслабились, значит, не простудитесь. Как мы в купель зашли, в этом, в, это было в Чебоксарах. Там купель 8 градусов, или 9, летом это было. Она всегда холодная там. И 50 человек со мной пришло с лекции. И мы зашли, мужики, зашли в купель. И один раз такой, ему холодно стало, он такой вылазит, пошел. Я говорю, иди сюда, куда, за руку, стоять. Он такой, раз, все, блок пробился, и он хорошо стоит и нормально. Все, значит, не будет болеть. А если на блоке вышел, значит, тут можно сильно простыть. Энергия скапливается, не пробивается. Все, значит, будет воспаление на этом месте. Но если вы в 28 градусах лежите, чего вы там будете? 70 минут. В бассейне плавайте, 28 градусов обычно бассейн, 70 минут плавайте, раз в 4-5 дней в бассейн ходите, через 3 недели уже можно стоять начинать. Общее статическое напряжение сняли водой, теперь можно блоки пробивать уже с помощью неподвижного положения тела. Понятно? То есть начинаем с воды. С какой воды? Не холодной. 28 градусов, точно не простыньте. Это приятная прохлада такая, совсем... Почти не холодная вода. 28 градусов. 29 уже не будет чистить. Уже это теплая вода уже. А 28 еще прохладная. Итак, длительное непрерывное движение. Вот вы начинаете ходить, допустим, чувствуете, больше не могу идти. Там блок, значит. Постепенно пробивайте, идите дальше. До 4 часов доводите. В целом, где-то через 2-3 недели, может через месяц, у нас начнется консультация по здоровому образу жизни. Это такая консультация, где я рисую все ваши блоки. Прям вы будете видеть на графике, где какие блоки у вас. И потом мои помощники рассказывают вам подробно, как вам их очищать, все эти блоки. А потом дальше еще с вами переписываются и еще дают небольшие консультации. Все это вместе стоит 26 тысяч рублей. Там же рассказывается и по питанию тоже. Даются советы. Ну, то есть развернута такая работа с человеком ведется по его оздоровлению. То есть лечится все хронические заболевания у человека, начинают лечиться. Это сотрудники Амриты, и если им надо, они еще подключают также и другие методики. Если видят, что вам, ну, вы не справляетесь сами, аскезами не можете, запущенный случай не можете быть, тогда поддержка еще травами идет, камнями, семенами, там, которые в уши ставятся и так далее. Эфирными маслами тоже у нас методика открывается. Поняли? Сначала неподвижное положение тела, потом длительное движение. Да? И когда вы научились ходить по 4 часа, дальше вы можете начать уже делать посты. С помощью поста лечатся токсины. 12 часов очищается один психический слой. 24 часа, 2 слоя, 36, 3, 48, 4, 60 часов, 5 слоев. 2,5 суток максимальный пост, больше не надо. Весь организм очищается. В основном у людей токсины накапливаются на первом, втором, третьем слое.
Глубже очень редко бывает. Например, эпилепсия – это токсины на пятом слое. Это значит, 2,5 суток надо поститься уже, чтобы вылечить эпилепсию. Но все хронические заболевания в основном – это блоки сразу на двух слоях. Вернее, два блока на одном слое. Вот, допустим, мигрень. Это статическое напряжение, динамическое, вместе так, чук, встали, все, мигрень. Это надо 39 минут стоять, научиться 40 минут, и 2 часа 40 минут ходить. Как часто стоять? Раз в 3 дня. Как часто ходить? Тоже раз в 3 дня. И через полгода только прочистятся сначала психические каналы, и ваши мысли станут освобождены. Вам легко думать станет, легко работать. Вы почувствуете счастье на психическом плане. А потом уже начнут лечиться сосуды только после этого. Еще 2-3 месяца сосуды лечатся, и мигрень, до свидания, все. Никакой мигрени. Живи на светлой стороне. Когда у человека, внимательно слушайте, когда у человека на каком-то слое токсины соединяются с динамическим напряжением, то у него возникает склонность к лишнему весу. Всегда, если лишний вес есть, значит, токсины соединены с динамическим напряжением. А дальше доброкачественные опухоли и злокачественные. Если лишний вес есть, значит, опасность есть доброкачественных опухолей. Если есть доброкачественные опухоли, значит, опасность злокачественных опухолей уже есть. Как лечить? Длительное непрерывное движение и пост. Когда соединяются вместе, то и лишний вес уходит, и доброкачественные опухоли уходят, и злокачественные опухоли. Если злокачественные, конечно, нужно лечить операцию, уже облучение. Злокачественные опухоли – это война внутри организма. Здесь уже здоровый образ жизни просто не поможет. Надо опухоль убить сначала, уничтожить ее, ну хотя бы ее ранить, а потом уже здоровый образ жизни побеждать дальше. Психические заболевания, статическое динамическое напряжение на пятом слое, шизофрения. Я смотрю, люди не могут меня уже слушать, потому что энергии нет. Воздух – это энергия вечности. Чтобы лекцию слушать, нужно, чтобы двигалась энергия вечности. Если энергия вечности не двигается, значит, человек не может думать. Поэтому, если вы работаете, нужно, чтобы свежий воздух был, иначе у вас не будет, нормально работаете. Так, шизофрения, статическое динамическое напряжение на пятом слое. Человеку надо сначала 65 минут стоять научиться, а потом 65 минут ходить. Правило такое, насколько слоев встаешь, настолько и ходишь. Если ты можешь стоять на 3 слоя, ходи на 3 слоя. Можешь стоять на 4, ходи на 4. Можешь стоять на 5 слоев, 65 минут, можешь ходить 4 часа. Если ты ходишь на больше слоев, чем статику делаешь, значит, тогда заболеешь. Понятно или нет? В расслабленном, конечно. Но только не на одной ноге, а прямо. Прямо, но в расслабленном. Желать всем счастья, молиться, радоваться, стоять, радоваться, не печалиться. Идти тоже радоваться. А? Хорошо руками. Просто у нас расчет, вот там времени аскез на что? На просто ходьбу или просто бег? А если ты с палками идешь, то уже как, допустим, определить, сколько слоев чистится на эллипсоиде, когда ты ходишь с палками, там, ходишь с рюкзаком, с нагрузкой. Для этого существует такое правило. Сначала тебе придется пройти с часами, которые мерят пульс, время и расстояние. И ты прошел, допустим, 5 километров средним шагом, за такое-то время прочистил столько-то слоев. И у тебя средний пульс, допустим, 100 ударов в минуту. Ты теперь хочешь на эллипсоиде, да, пройтись. Если ты держишь средний пульс 100 ударов в минуту на эллипсоиде, и столько же времени, сколько ты ходил, то у тебя будет столько же прочищено слоев. Запомнили или нет? То есть вместо расстояния берем пульс. И все. Средний пульс, просто надо держать один тот же пульс всегда. Можно на эллипсоиде так двигаться, держите один пульс и все. И вы знаете, за какое время вы можете прочистить. Почему вы знаете? Потому что вы уже это определили во время ходьбы. Велосипед не считается? Велосипед. Но велосипед чистка не очень эффективная.
Потому что ногами крутишь, ты как бы ничего больше не делаешь. Если все тело двигается, то чистка лучше. Потому что ногами крутишь, ты ноги только чистишь. А если все тело движется, все тело чистится. Да? Беговая дорожка хорошо, допустим, гололед на улице, беговая дорожка. Окно открыть, главное, чтобы воздух шел. Вот смотрите, в позе лотоса сидеть, в алмазе сидеть, в бабочке сидеть. Все эти упражнения чистят 13 минут один слой. Есть упражнения, которые чистят быстрее. Допустим, если ты с перевернутую позу делаешь вот так, то за 7 минут слой чистится. Если вперед нагибаешься, тоже за 7. А если на голове стоишь, то за 1.5 минуты слой чистится. Серьезно? Серьезно, только это же опасно, потому что энергия движется быстрее и тяжелее. Есть пассивная чистка, тоже такая интересная. Когда ты есть такой аппарат, когда ты ноги зажимаешь и вот так переворачиваешься и вниз ногами висишь. Как называется? Нет, и ботинки такие есть тоже. Вертикальный стол. И ботинки тоже, да, вертикальный стол. Вот там я как бы определил, где-то за 2 минуты один слой чистится пассивно. Статическое напряжение. То есть ты перевернулся, висишь 2 минуты, один слой прочистился. 4 минуты, 2 слоя. 6 минут, 3, 10 минут, все 5 слоев. Если сможешь. Но там, конечно, блок, если придет, то это опасно, потому что там все затечет сразу. Может сознание потерять, так и останешься висеть на всю жизнь. Поэтому этот экстрим весь надо аккуратно, как бы, все это потихоньку надо делать. Вот, поэтому не буду вам подробно это все рассказывать, потому что это очень много времени, целая лекция. А мне надо еще вам кое-что рассказать, да? Как побеждать судьбу в целом? Давайте вы... Итак, у меня есть лекции по очищению организма. Направляю вас к ним, там все слушайте, изучайте, как бегать, как ходить, как поститься, как не двигаться. Все. Вы стали фанатиками доктора Толстого. Позож. По здоровому образу жизни. И вы как бы... Вот те, кто начинают это делать, качество жизни возрастает до безумно просто. Они люди... Они становятся такими счастливыми, жизнерадостными. У них совсем другая жизнь наступает вообще, вот, без преувеличения. И все, кто один раз хотя бы с нами пробежал, он больше уже никогда не сможет не бегать. Те, кто один раз с нами хотя бы искупался в ледяной воде, никогда уже не сможет не купаться. И, да, если хотите поглубже узнать, можно личную консультацию взять скоро. Мы готовимся, мы всю методичку доделали, там лекции, которые там можно будет еще раз прослушать, доделали. Все, как бы готовимся мы к этому. Вкратце о методиках, которые в Амрите есть. Есть метод, расслабляющая схема называется. То есть вот такие браслетики, кстати, мне их надо поменять, по часам меняются. Вот, они, там порошки находятся в этих браслетиках, а эти порошки снимают статическое напряжение, пассивно. Если у человека бессонница, допустим, или у него аллергия, допустим, астма, какие-то заболевания связаны со статическим напряжением, и энергия не распределяется как надо, не идет вниз нормально или вверх. Эти браслетики могут направить энергию. Есть разные схемы их ношения, и они перенапрягают. Можно вылечить астму, можно вылечить кожные болезни, можно вылечить бессонницу, давление повышенное убрать. Но если вы делаете аскезы, если вы статической энергии и напряжения не убираете аскезами, браслетики не могут работать. Понятно, да, вот такая методика есть. Если мы можем динамическое напряжение убирать с помощью черно-белой схемы, такие или белые камни, 4 белых камня, кольца на пальцах и один черный браслет с черными камнями на запястье. Или наоборот, черные камни, белый браслет. Это черно-белая схема убирает динамическое напряжение в организм. И тоже кучу болезней лечит из-за этого. И есть семена в уши. Вот у меня, видите, здесь пластырь, не видно, да?
пластырь стоит такой, там у меня 9 семян под ним. Эти семена мне полностью контролируют глазное давление. У меня давление глазное меняется из-за света, который в глаза бьет. Вот так я живу здоровой жизнью, у меня глаза здоровые, но когда я возле компьютера, то они перевозбуждаются. И что происходит? Семена не дают повышаться, то есть у меня повышается глазное давление и диагноз глаукома. Но из-за семян, семена не дают подниматься глазному давлению, потому что они сразу убирают ненужную энергию из глаз. А энергии у меня в организме хватает, и поэтому у меня никогда не повышается давление, никогда не капаю капли, потому что я живу правильно и ставлю семена. А это все индивидуально абсолютно подбирается, то есть это все надо поставить, еще человека перегрузит, потом надо убрать все, что перегружает. Это очень сложные методики. Вот, семена совершенно разные, 2500 семян разных видов. Мы применяем для лечения разных заболеваний, в том числе и хвойные семена для рассасывания каких-нибудь доброкачественных, допустим, опухолей и так далее. Это целая такая сложная наука, это мои методы все. Вы не сможете нигде этого узнать, потому что это все мои методики. И сейчас еще будет использоваться ароматерапия тоже для лечения только женских и мужских болезней. Это новый метод, я его только что разработал. Вот. То есть можно лечить бесплодие мужское, женское. Почему разработать? Потому что аромамасла очень сильно влияют на гормоны. И многие женщины нуждаются в этих аромамаслах, потому что у них не хватает гормональной силы зачать ребенка. Вот аромамасла плюс длительное движение, подвижное положение тела, плюс семена тоже лечат бесплодие. Все это вместе комплексно будет. Потом аромамасла, они же горячую огненную энергию имеют, они рассасывают кисты, миомы. И у нас появится методика скоро. Мы сделали такое открытие, что корни ели, они способствуют рассасыванию всех доброкачественных опухолей. Ну, то есть склонность увеличивает возможность рассасывания в организме. Если человек, допустим, ходит, бегает там, стоит, постится, ну, двигается и постится, уже должна опухоль рассасываться. Но она не рассасывается, потому что в организме не хватает сил. И чтобы увеличить силы, мы ставим корни ели на левую руку, левую ногу, браслеты ставим. И они подкачивают энергию для рассасывания. А если это опухоль по-женски или по-мужски, допустим, миома, там эндометриоз, то тогда мы еще эфирные масла добавляем. У нас есть линейки только по мужским и женским болезням. И тогда еще лучше рассасывается все. То есть, ну вот такие вот, это амрита, то есть это методики, индивидуальный подбор диеты, вот, индивидуальное назначение аскез, лечение камнями. Вот видите, стоят такие цветные камни. Они предназначены для увеличения работоспособности. У нас такая тоже методика есть. Это подбор цветных камней для того, чтобы быть более крепким, сильным, выносливым, чтобы можно было нормально работать. Вот. Эти камни не драгоценные, поэтому там не нужны специальные разрешения, но они очень чистые, качественные. Например, хизониты, там камни есть такие, или гроссуляры, допустим. Ну, то есть, вы не знаете, но очень, есть очень хорошие камни, которые помогают, но при этом они... Все эти камни очень большие, 10 карат, потому что мелкие камни, они не действуют сильно на человека. Понятно? Тема закрыта. Движемся. В амрите все лечение происходит заочно. Вы связываетесь с ним, бесплатная консультация, потом дальше с вами работа идет. Мы ведем человека. То есть не дали ему и забыли, а ведем, смотрим, как действует, меняем схемы, то есть работаем по полгода с человеком. Дальше поехали. У нас хорошо лечится, помогает у детей с аутизмом, с бесплодием женским, мужским. Со многими тяжелыми заболеваниями мы справляемся. Много отзывов хороших по детским вот этим вот болезням. Аутизм, ДЦП, там много хороших отзывов.